Витание у всем и каждому, кто в этой разом с нами, думать корыстно. Мой сегодняшний гость и суразмовца Алексей Гончаренко, известный уже в Беларуси депутат Верховной Рады, и он же руководитель группы «За демократичную Беларусь». Вітання, Алексей, вельми рады, что тут у нас у студии Маланка. Витаю, Анатолий, тоже очень рады быть у вас. супер но ну, мы дамовіліся што мыттаки перайдзем на, на рускамоўны варыянт нашай размовы каб нас абавязкова пачулі ты хай неш шматлікія бацькі прыхільнікі беларускага правителяля ну і прыхільнікі ладзіны ра пуціна які апошні час там цэлыя такія стаі ботаў заплываюць да нас калі ласка мы адкрыты і И так само э, готовы доносить и до вас э, правду, и без э, цензуры. Алексей, э, начнем э, с того, как э, ваше уголовное дело, прокуратура Лукашенко возбудила уголовное дело. Может, повестка или они в последнее время смс какие-то шлют? Я ничего не волочал, Как происходит это уголовное дело, не знаю. Но серьезное обвинение. Я хочу убить Лукашенко. Вот. В общем, даже не скрываю, это. я считаю, что она заслуживает смертной казни, поэтому в Беларуси она не отменена. В общем, жду, жду от них что-то. А как оцените свою собственную популярность среди силовых структур белорусских? Ну, это приятно, слушайте, это же какая-то знак качества. От таких негодяев и уродов, если они говорят, что что-то значит, так, так прикопело у них. Ну, я думаю, что вряд ли бы у них так подгорело у самих по себе. Я думаю, что тут есть прямая команда Александра Рыгоровича, ну, потому что они там прямо и брифинг провели, и что-то там, в общем, выслужились как могли, и рассказали, что вот и дела есть, и все. Ну, а если я уже насолил этому уроду, ну, так, слушайте, это вообще какой-то просто праздник сердца. Ну что ж, вот такая реакция. Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады. Мы в эфире. Задавайте свои вопросы, формулируйте свои мысли, свое отношение к тому, что вы услышите и увидите. Конечно, сейчас главная тема, которую обсуждает интернет, это... Заявление Путина, его планы, частичная мобилизация. Было что-то неожиданное для вас, вот, в его выступлении? Нет. Ну, как? Неожиданное по сравнению с чем? Неожиданное по сравнению со вчера, там, за днё, со днем перед выступлением вообще ничего, то есть все уже было понятно. Неожиданное по сравнению с тем, вообще, как все шло, тоже нет, потому что понятно, что войну Путин проигрывает, для него это смерти подобно, и хотя вот эта новая большая порция пушечного мяса, которую он собирает, собирается запаковать это мясо в жестяные банки своих старых советских танков и кинуть в Украину, они хотя не поменяют исход войны, но они могут ее пр продолжить, они могут ее существенно пролонгировать. Ну и для Путина, видимо, это и является целью, потому что для него его личное физическое выживание стало равным его нахождению на должности. И поэтому ему все равно он готов убить тысячи, десятки тысяч молодых э, парней, э, и, да и вообще любого пола, возраста людей, только чтобы протянуть вот это свое никчемное абсолютно существование, которое будет позором заклеймено во всех учебниках истории, в первую очередь в самой России. Поэтому э, было понятно, что у него есть два выхода после Харьковской катастрофы, российской армии, два выхода. Выход первый — это тотальная мобилизация и там, объявление новой какой-то Великой Отечественной войны, а-ля. Второй был выход – это начать уходить из Украины, там, не знаю, попытаться зацепиться за Крым, там, ну, который для него там сакральный, но сворачивать войну каким-то образом. А, ну, он выбрал такой промежуточный. Сворачивать войну он не хочет, тотальную мобилизацию он объявлять сразу боится. Поэтому он как бы, и там пока Великой Отечественной он еще не назвал, но думаю, к этому все идет. Более того, само понятие частичная мобилизация, ну это же абсолютно, частично беременной можно быть, да, ну то есть, или, или, он объявил мобилизацию. И сколько людей, когда Шегу говорит, что их будет 300 тысяч ну, простите, мы знаем, как считает Шойгу. Они до сих пор рассказывают, что погибло в Украине 5 тысяч. Хотя весь мир говорит 50. То есть, если так считают, то можно догадаться. Поэтому речь идет фактически о мобилизации в России, которую он боится назвать всеобщей мобилизацией. Плюс к тому, я думаю, он сам не знает, сколько же он сможет сгрести людей. Это все-таки Россия. Там уже главный главные в поиске, как сломать руку в гугле, как там откосить от мобилизации, раскуплены все билеты были моментально на выезд из России, кто там на машинах, сколько людей рвануло еще за сутки уже в предвкушении, когда пошли слухи, кто-то будет откупаться в военкоматах, кто-то будет в тайге прятаться, то есть мы не знаем, какое количество они реально, до, до, кого они доберутся и кого они смогут там наскрести. Но да, он сделал такую ставку. Фактически это такой ва-банк с его стороны. Ну что ж, да, тайга большая, спрятаться есть где. Референдумы, референдумы. Я не буду затрагивать юридическую правовую сторону, это совершенно бессмысленно. Это, это смешно. Да, это смешно, и не будем на это тратить время. А какие можно ожидать политические последствия? Ну, он, он усиливает эскалацию. То, что ему говорил Запад, там не делать ни в коем случае. И он фактически выходит из любой возможности даже переговоров. То есть он же там не говорили, ну мы к переговорам готовы, ну а где, какие переговоры, Украина, что, переговоры о чем? Вы пройдете референдумы, объявите это территория России и что? Переговоры о том, как, о том, как мы будем это принимать, мы это никогда не примем. И никто в мире это не примет. Я даже не уверен, ну понятно, Северная Корея, кто там, Сирия, Венесуэла, мы знаем уже, и Беларусь. Лукашенко. Во главе, ну, Беларусь во главе с Александром понятно, ну голосует же как бы Беларусь в ООН. Понятно, что это этот его гауляйтер. Вот, и наместник. Вот это все, на кого он сможет рассчитывать по признанию этого. Но фактически о переговорах речи больше нет. О чем говорить вообще, в принципе, о чем разговор. Поэтому он усиливает эскалацию. Ну и на это должен быть ответ. Ответ Украины очень простой. Мы это не признаем, никогда не признаем, мы будем освобождать свои земли. А ответ мира, вот важно, каким будет ответ сейчас от мира. А самый правильный ответ, это снять наконец-то все эти ограничения на поставки оружия в Украину. Ну что есть там сегодня, дроны даем, самолеты не даем. Бронированные машины даем, танки не даем. Там, я не знаю, даем хаймарсы, и это очень круто, но дальнобойные ракеты к ним не даем. А он берет 300 тысяч и собирается на нас кинуть. Ну так, если ему поверить. А сколько там реально, мы не знаем. Может, и миллион. И он конкретно показывает, что он агрессор. Кстати, очень интересно, что он это сделал в момент, когда фактически открылись генассамблея ООН. ООН, да. И как раз самые эпогей. То есть и ООН, в котором всегда происходит что? Там всегда говорят о том, как нужно мир там, за мир, за дружбу, решать проблемы. А вот Миндун вот, выходит и говорит: а я возьму и присоединю к себе территорию другой страны. Вот сейчас просто. А чего бы. По... С таким успехом он сейчас может объявить в России референдум о присоединении Майами к России. Ничего а нет. А? Аляски. Аляски, Аляска прекрасный вариант. Ну, вообще, чего угодно вообще, чего угодно. То есть он показывает, что плевать я хотел на ваши все эти правила. И поэтому я думаю, что западный мир должен, конечно, тоже ответить. Ну и плюс в этом его обращении же был еще один пассаж про то, что мы ответим всеми средствами уничтожения. Ядерный чемоданчик приподнял. Да, ядерной дубиной. Значит, он там как бы махнул. И вот это я не блефую, да, его это уже класс. классика, теперь уже новая. Ну, во-первых, хочу сказать, что всегда, когда Путин что-то говорит, все точно наоборот. То есть он говорит: Я не нападу на Украину. Значит, нападет, значит, напал. Я не вошел в Крым. Ну, раньше он когда-то говорил. Ну, значит, вошел. То есть, все понятно. А, и когда он говорит, я не блефую, то все понятно. Он блефует. блефует. Конечно. Он блефует. То есть, недостаточно от западных политиков сейчас заявлений. Мы не признаем итоги. Нет, недостаточно, конечно. Недостаточно. недостаточно. Но, а вот есть ли понимание в, в Украине, что... В Европе тоже ведь происходит изменение, и Путин там работает, не сидит, его инфраструктура работает, и мы видим, ну вот сейчас в Италии могут прийти правые, среди которых, ну, откровенные такие друзья Путина. Мы видели уже несколько десятков тысяч людей выходили на улицы там в Праге, в, во Франции, и, и чем ближе зима, тем больше вероятность, что недовольство, вот оно будет проявляться, участие людей, и при определенных усилиях изне, через вот эту инфраструктуру российскую, которая была создана за эти десятилетия, там могут происходить процессы влияния на общественное мнение, что ну, не будет вот, оружия, которое стреляет дальше, чем Хаммерсы? Ну, во-первых, оружие в основном Украине дает Соединенные Штаты Америки. И для США это, конечно, вызов, то, что сейчас делает Путин. Если так можно перекроить границы, то а что будет там с Тайванем? Или вообще что будет в мире? Да? Ну, то есть это разрушение всего миропорядка. Просто всего миропорядка. А что касается Европы, то, что Путин очень надеется, что лучший его генерал это, конечно, не Шойгу, а генерал Мороз это классика. И на него он, собственно говоря, и рассчитывает на эту зиму. Думаю, что этот расчет его не удастся. Мне кажется, что ну, он как бы уже настолько показал себя, что и вот этот консенсус в свободном мире, что ну, это нужно остановить, он есть. И ресурсов свободного мира ну, несопоставимо с ним, ну просто несопоставимо. Поэтому я не думаю, что у него это получится. Ну да, он, конечно, на это рассчитывает. Его логика очень простая. Я, кстати, об этом говорил месяца два назад, что сценарий того, что будет дальше. Что в какой-то момент он остановится, только он думал, что он остановится тогда, когда он захочет. А ему пришлось остановиться тогда, когда его фронт посыпался. Ну, конкретно под Харьковом это произошло. И вот в момент, когда он остановится, он скажет, вот все, что вот, вот я сейчас тут нагреб, это мое. дальше я, теперь я мирный. Все. Не, я не хочу больше никакой войны. Все, значит, это Россия. А Россию, если вы полезете, то ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То, конечно, все. Ну и заодно, говорю вам, готов вам газ продавать, все. А вы не хотите? Ну, будете мерзнуть. Ай-яй-яй. А я мне все равно. Ну, что же делать? Мерзни, мерзни, волчий хвост. Я это... В принципе, этот сценарий был очевиден несколько месяцев назад. Только я думал, что все это реализуется где-то ближе к концу октября. Но и он наверное, так думал. А и думал еще что-то к этому моменту прихватить. А тут все пошло так, что он начал уже терять. И вот это катастрофу, у него военная катастрофа под Харьковом, ему нужно было чем-то прикрывать. Вот он собирается прикрыть в военном смысле, накидав туда э, тела детей российских матерей. А в политическом смысле каким-то эфемерным успехом о присоединении каких-то земель к России, как он опять вот это вот, Новороссию вспоминал, Донбасс, Донбасс, Новороссия. Я уверен, что на Западе он не получит там, то и реакции, какой он бы хотел, ну, конечно, он будет Запад качать. И Прага, и Париж это показатели впереди, и много другого. Ищет всех лоббистов, каких может поднимает. Там маргинальных депутатов Бундестага находит, которые там, поедут рассказывать, как живет оккупированная территория. Будет всех сейчас поднимать, всем предъявлять счета будет. Кстати, я думаю, что вас интересует в первую очередь Беларусь. Да. Я да. думаю, что здесь... Я думаю, что здесь, конечно, есть новые риски вовлечения Беларуси в войну. Есть риски, да? Да, конечно. Ну, я думаю, это одна из целей. То а... есть, мобилизация — это плохое послание для Лукашенко? Референдум — это более плохое послание для Лукашенко. Потому что, окей, что произойдет дальше? Ну, вот я сейчас... Давайте просто смоделируем. Опять, не нужно ничего сложного. Вот он провел якобы референдум, объявил, что это Россия. Торжественно в Кремлевском дворце пожал руку каким-то очередным идиотам, которых там очень кто эти люди, ну и все. Теперь говорит, это Россия, привет. Дальше вооруженные силы Украины останавливаться, понятное дело, не собираются. То есть вот мы там освобождаем какие-то населенные пункты в Херсонской области. Дальше тогда что это? А УДКБ? Ну, то есть тогда он дальше должен... ДКБ — это товарищи, которые скорее мертв, чем жив. Ну, это понятно, но он скажет, ну, смотрите, ну, я думаю, что он там вызывает Лукашенко в свое Сочи или куда-то, и говорит, Александр Горьевич, ДКБ ты, ты же тогда говорил, тебе нужна помощь, мы тут что-то там делали, там, отправляли кого-то. Вот мне нужна помощь. Смотри, до напали на Россию. Много. Не, ну то есть он создает условия, при котором у него есть что. То есть он предъявит этому товарищу усатому: а что, ну давай. И вот здесь, конечно, интересно, что будет дальше. Я думаю, что к этому дело идет. Ему нужно, ему уже отступать некуда Путину. Все, он идет в банк он бо... бояться ему нечего. Единственное, что если он прямо тоже уже понимает, что это приведет к сносу режима Лукашенко, конечно, бы он и не хотел. Так уж лучше вассальный режим Лукашенко, пусть даже который не воюет, чем ничего. Но с другой стороны, если он почувствует, что он может втянуть белорусскую армию, а ему же еще нравится кровища, чтобы белорусы еще убивали украинцев, а украинцы белорусов, о, это же просто чудо для него. Поэтому он может попробовать. И это, и это объективная реальность. И это сигнал белорусам. То есть, а если он это сделает, то дальше будет уже мобилизация в Беларуси. Да, мы об этом, кстати, сейчас много говорим, что такие риски и угрозы есть. И, ну, как Фактически минимум... Беларусь оккупирована Россией. Россия начинает мобилизацию. Фактическая оккупация ну, есть, имеет Войска место быть. имеют место быть. На территории да, Беларуси Не в том количестве, как начинались. Потому ну, что их перебили просто в большом количестве перебили, на территории. Да, Украины. они куда-то испарились, но тем не менее. Все равно они есть. Есть военные объекты, есть присутствие военных. Ну, и в принципе в любой момент они могут туда зайти, даже не стучась в жизни. какая сладкая для Путина вообще желание, насколько у него велико, взять и белорусов под ружье и кинуть. Я Это бы... же... Это же он решает одновременно две вещи. Убивая молодых белорусов, он уменьшает сопротивление своему вассальному режиму и своей оккупации. И одновременно он усиливает давление на Украину, уничтожить которую стало, по-моему, целью его все, жизни, его идея фикс его, все, у него больше ничего нет. Но это очень сладко для него выглядит. Я думаю, что его останавливает только реальная, э, не фейковая социология и понимание, что там 90 с большим-большим э, таким хвостом э, процентов белорусов, которые не хотят, чтобы белорусы туда шли воевать. Это и второй фактор, что если они пойдут туда, отправят Лукашенко, то не факт, что он не увеличит там в 3, в 5, в 10 раз э, батальон, э, полк Калиновского и полк Погоня. А остальная часть просто может разбежаться по полезским болотам. А тысячу километров границы сразу становится проблемой Путина. Я думаю, вот эти факторы, сдерживающие может но, но желание, но желание абсолютно... Ну, я точнее. думаю, что социология, он знал, знает прекрасно, что и россияне не рады демобилизации. Ну, да, а особенно приш... сейчас. оно пришлось? Пришлось. Пришлось. То есть, оно... это уже жест отчаяния определенной степени. Пришлось. Поэтому ему чем убивать россиян, не потому что у него есть какие-то эмоции, эмоций у него нет, но он выбирает там лучше убить бурятов, чем меньше рисков, потом лучше убить зеков, лучше убить кавказцев, но лучше убить белорусов, чем москвичей. В его, в, его, в его логике, в которой живет он, ну все понятно. Ну, для него еще было бы очень таким соблазнительным, чтобы была ненависть белорусы и украинцы. Конечно, да, да. Вот здесь для него это действительно такая мечта. Вот, Алексей, что может делать... Лидер, лидеры мнения. Ибо социология она показывает так, что в Украине сейчас увеличивается количество людей. Это объективно, потому что война, кровь, количество людей, и которые негативно начинают относиться не только к Лукашенко, но и в целом к белорусам. Вот есть здесь какая-то особая, особая такая ответственность вот, лидеров мнений, чтобы не допустить этого, потому что это цель Лукашенко, это цель Путина. Что должны делать мы в этой ситуации? Говорить правду. То, что мы и делаем. Говорить о том, что это Лукашенко не равно белорусский народ, что он предатель своего народа, ублюдок как Кадыров ублюдок чеченского народа, так Лукашенко ублюдок белорусского народа. К сожалению, в каждом народе такие находятся. Надо об этом говорить. Но я хочу сказать, все-таки, если мы говорим о белорусах, то я считаю, что у белорусов сейчас есть, ну, такой определенный момент, достаточно серьезный наступает, когда Путину не до Беларуси. Ему не... Вот если сейчас в Беларуси начинается восстание, ему некого кинуть покорять Беларусь. Ну, просто некого. Вся его кадровая армия втянута в войну. У него нет сил заниматься белорусами. Лукашенко, ну, очень слаб, на самом деле. То есть, я думаю, это всем понятно. Белорусские силовики, ну, точно не хотят воевать. Они видят, к чему идет дело. Ну, реально, ну, не нужно быть, там, семи пядей во лбу. Беларусь, как ты говоришь, частично оккупирована. В России уже мобилизация. Ну, что будет дальше? Ну, ну, как, ну это же понятно. И чем терять ну тысячи белорусов на украинской земле, да, кто-то успеет сдастся в плен, а кто-то не успеет. Это война и узбровые Укра... силы Украины. Ну, ты понимаешь, что это сегодня, ну это, это, это во-первых, большая сила, а во-вторых, это люди, у которых уже нечего терять. То есть, ну мы, нас против нас уже кидается все, что может быть. А, ну проще, конечно, сносить этот режим, просто его надо уничтожать этот лукашенковский режим. И это могло бы сегодня стать ключом к решению всей ситуации. Потому что, я думаю, если в Москве увидят, как люди сносят Лукашенко, ну, это, конечно, будет огромный сигнал им, что вот идет момент. И уже сегодня у них есть для этого все основания. Не потому что они хотят демократию, судя по всему, это для них не так важно. Еще, но они хотят жить. Вот такие у нас мысли, размышления, и поэтому передача у нас «Думать полезно» думаем, делаем выводы, время летит очень-очень быстро. Алексей высказал свои, свое видение. Я думаю, что это понимает Лукашенко, и мне кажется, что он это использует и в разговоре с Путиным, понимая шаткость в этой всей ситуации. Но, возможно, другой вариант, что Лукашенко все-таки откажется от того, чтобы посылать белорусов воевать но будет делать ставку на тех, на кого он сделал. Это силовики и это вот такой режим концлагеря. Барак с таким уровнем свобод и возможностей, барак с таким, барак с таким. Но в любом случае это концлагерь. Жить в концлагере это не жизнь. Такой вопрос, который интересует очень многих белорусов. Почему, вот на ваш взгляд, со стороны Алексей представляет оппозиционную структуру? Но и у нас очень хорошие отношения у гражданского общества Беларуси с Верховной Радой. Неважно, какой фракции мы принадлежим. Я хочу сказать для наших зрителей, что... Алексей один из моторов вот, нашего белорусского лоббизма в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но вот отношения с исполнительной структурой власти все-таки не выстраиваются. Вот, Украины. Украины, да, и, и белорусского гражданского общества. Возьмем широко даже не Светлану а Тихановскую. На ваш взгляд, почему? Просто не хватает времени, просто потому что война... У меня было вот такое представление. Украина до... долгое время была страной, обращенной внутрь себя. То есть, ну, решала что-то там внутри. В силу вот последних событий Украина, на мой взгляд, превращается в страну, которая обращена вовне. То есть она становится фактором, ну, как минимум, регионального влияния. А это означает, если так, то э, не может быть безразлично, а что там в Беларуси? Конечно, и не, в не должно быть. Да. Но вот понимание такое есть, а на практике вот это не выстраивается в какие-то институты, в какие-то площадки, в какие-то действия. Чего здесь... Э, не хватает. Почему вот с исполнительной структурой власти Украины и гражданское общество пока нет вот таких площадок? Что мы не сделали? Хороший вопрос. Ну, я думаю, первых да, моя позиция понятна. Я создавал объединение за демократическую Беларусь и мы в ПАСЕ, и везде, где могу, я продвигаю эту тему. Я реально верю в то, что за нашу и вашу вольность, за нашу и вашу свободу, что не может быть свободной Украины, без свободной Польши, Беларуси, Литвы. Не может быть свободной Беларуси, без свободной Украины. Ну, то есть это абсолютно увязанный комплекс. И я всегда так считал, и жизнь подтвердила. Вот жизнь это доказала. Мне кажется, не нужно уже никому ничего объяснять. Но, к сожалению, мне кажется, есть какая-то инерция. Может быть, есть какие-то личные факты. Есть странные вещи. Например, Украина не разорвала дипотношения с Беларусью. Я не это не понимаю, почему. Раньше была позиция, ну, возможно, и сейчас она доминирует. Вот, наверное, это все-таки это то, что и инерция прошлого. Инерция и как бы вот давайте не сделаем еще хуже. То есть вот, понятно, что Лукашенко враг, понятно, что Путинский вассал, но все-таки в войну не вступил вот все-таки вот он еще не вступил в войну, давайте не будем его подталкивать, как бы, вот да, ну давайте, ну вот, там, вот, 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 вот мы будем с оппозицией, он еще будет больше нервничать, что у него нет выхода, а так пусть думает, что может быть он как-то отпетляет, ну то есть как бы даем ему какой-то типа маневр, чтобы он типа на него мог надеяться. Ну вот есть такая логика, я считаю, что если она такова, это возможно, то она, конечно, ошибочна. Потому что Лукашенко полностью уже привязан к этой галерее под названием Путин вместе с ней будет тонуть, пока она плывет, будет вместе с ней держаться на плаву. И он это тоже понимает, поэтому тут надеется, ну то есть и понимают вот эти вот такие уроды, как Путин, Лукашенко, они понимают только язык силы. Но это никакого там заигрывания, никаких таких не понимают. Но в данном вопросе я не решаю, там, где я решаю, то есть на уровне парламента, активности, то вот, вы знаете мою позицию, я поддерживаю, поддерживал и буду поддерживать. Пассе поддерживал, поддерживаю, буду поддерживать. Ну и надеюсь все-таки, что и наша исполнительная власть примет для себя другой курс по отношению к Беларуси. Дякую величезные. Алексей Гнаншаренко, депутат Верховной Рады Украины и керовник группы «За демократичную Беларусь» был сегодня знан у эфире у передачи «Думать корисно». Литерально 30 секунд есть махшимость звернуться до наших глядачов, до наших подписчиков. Махшима мы чагусь не закранули и можно сказать на вопрос беларусам, типа пожидать нечто. Я хочу сказать беларусам и, может быть, россиянам, тем, кто нас смотрит, наступает момент истины. Вот он просто уже близок. И в ваших руках решить, отправлять своих детей на абсолютно несправедливую преступную войну, где они умрут. Либо снести режимы, которые делают преступниками в том числе вас и ваших детей. Мне кажется, выбор очевиден, но этот выбор за вами. А в конце сам вам скажу, живи Беларусь. И слава Украине. Героям слава.